бля, ну прикольно, конечно. То, что начальник начал что-то делать хоть. Дежурных нам... Мы ему наговорили, что у нас много работы, что мы охуеваем там. Дима вас подставил там или что? Ну, немножко там, типа, начал я списывать. Спалился, типа, это самое, всю контору. Он мне сказал, что все на него обиделись. Да, ты не обиделся. Да? Ну, ладно. Просто если бы Дима там не написал бы изначально, то как бы и к нам вопросов не было. Ну точнее как, на напряг, а то тебе нужно будет это отчеты писать за каждую смену, ну, что было, что есть. Мы как бы от этого уже ушли. Вот. Ну и за Димой возвращаемся. Такая, ну в принципе ничего такого, серьезно. Как бы. Ну пофиг. Ну, лишнее геморрой как бы. Как... Ну да. Ну да, такое не очень серьезно. Проблема. Ну вот. Че такой молот? Топор на молот, не, лучше топор возьму. В бой. Уклонение. Ебать, он рубит его на мясо. Да, игранца. Ты помнишь фильмы? Сань. Чё? Ты фильмы помнишь? Ну да. Ну вот тут вообще, тут а третью часть помнишь? Где-то в прошлое не перемещали. Не, я, кстати, третью не смотрел. Бля. Тут есть карта просто это, из прошлого, прикинь, короче. Где замок, вот этот, все дела. Вообще, круто сделано, на самом деле, качественно. Правда, я вчера в текстурах застрял. И все, и сдох, прикинь, не смог выбраться. Тупая хрень, короче. I'll make you a trade. Your ammo for my gratitude. Eyes on the main prize, people. Let's get it done. Хочу сказать, не так много народу в ТЦ. Что-то, короче, народ не сильно веселится сейчас. Получить часть карты в лагере, не понял, что это где-то зеленая пицца. А, все, надо свернуть. Не-не-не, давайте на Рабадан. Так. Блять, ты меня заблевал, петушара. Блять. Да что ты, дробовик ебанутый какой-то, сука, он перезарядится. Блять. Тупой дробовик, нахуй. Че тут, блять, блеет петух. Че, дробовик, хуйня какая-то. Тут оружие ближнего боя рулит, чувак. Ну я уже понял. Ты добавить, пока перезарядишь. Нахуй сдохнешь. Так, а как тут похиляться-то? Ведь я видел, что такое. Так, все, перезарядил. Наконец-то ты ебучий дробовик. Чуть не сдох. О, ебать, машинка есть. Ну нахуй. Ну нахуй. Покиньте машину. Машинка-то выгодна. И что дальше?
Там же у тебя прям указатели прям. Я вижу, что-то это. Маленькая щелка, через эти пройти надо было. Собери части карты. Собрал. Там карты собираешь? Да. Потом этот. Страницы из книги добываешь, потом кинжал добываешь, потом демона убиваешь. Какие-то сундуки. Я орёт кто-то. На нахуй, шлюха. Так она выпадала. There's no stopping me now. Пистолет. Что лучше взять? Не, вот этот парень. The heroic survivors have gathered the final piece of the map. Make haste to the lost pages of the Necronomicon and Kandarian Dagger. Так. Pages of the Necronomicon have been activated. Steel yourself for battle. Чтобы получить страницу, оставайтесь в пределах ауры. Активация не слишком. Там, да, там шкала идет, нужно в пределах зоны. You hold the lost pages of the Necronomicon, the rarest and most powerful artifacts in our world. Окей. Так, чтобы получить кинжал, ставить в пределах ауры. Congregate inside its aura to speed the process. You are in possession of the Kandarian dagger. Many have perished protecting this artifact. Я себе арбалет. The lost pages and Kandarian dagger are in your possession. You have all you need to banish the Dark Ones back to the Deadlands. Чё, костры? Используйте спичку, чтобы зажечь костер. Блять, как ее использовать? Ае. Там, короче, страх копится. Если у тебя страх накопился сильно, то в тебя может демон вселиться. А, нижняя шкала типа страха. Угу. Понял. Надо костерчик разжигать, короче, и какой-то возле него греться. Используйте канадский кинжал, чтобы победить темных. Стандартский, наверное, не канадский. А как его вымрать-то? На Ctrl, по-моему. Ты подходишь или на Ctrl нажимаешь? А, Ctrl, да. Канадский, блядь. Все, хочешь? А. О, блядь, засосало их водоворот. Protect the Necronomicon with your life. It's the only way to end this nightmare. Необходимо защищать ее. Ага, иди отсюда, блять. Я защищаю книгу.
Победа. Ну все, я прошел обучение. Молодец. Я доигра... Да, молодец, сейчас я катку доиграю и го. Если его выжишь, чё? Он нормас.